Разум епископа был одержим чем-то, чего я не могу понять. При нем были некие знаки, ключ. Поищу рядом подходящий замок. Вот это сокровище. Энгельвин и сам не прочь пограбить. Странный символ. Интересно, что он означает? Да. Дневники. Он был не в ладу сам с собой. Письмо Карлу, в котором говорится о нападении на Мелён. Его хотели отправить сегодня в веселый дом при таверне. Значит, король сейчас там.
Хозяйка, я ищу с кем бы поразвлечься. Норман, уверена, у такого здорового молодца и голод подстать. И я рада бы помочь с этим, да не могу. Почему нет? Все закрыто. Видишь ли, там нынче особый гость. Придется ограничиться теми, кто есть здесь. И серебро не поможет. Может и помочь. Через дверь тебе туда не зайти, но, как и везде в Париже, это не единственный путь. Продолжай. Мой тебе совет. Присмотрись к большому дереву у входа, но учти, я ничего не говорила. Какой гость может быть настолько важен, что ты отказываешь другим? Справедливый вопрос, но я не рискну ответить, голова дорога. Что уже, в общем-то, своего рода ответ. Уверена, что не передумаешь? Если твой голод столь силен, поговори со стражником. Он у подножья лестницы. Спасибо. Mais plus chers hieret. Il y a bestis qu'une seule monestens une ou deux semaines les reliques se n'apportarat. Sempres lor travals hier finis et il poient de li se passar. Тайный ход. Куда же он ведет? Пора найти короля. Да, моя королева, святая и грешная, исповедница и любовь, как я чту и жажду тебя.
Кто ты? Человек или отродье врага? Нет, я тебе не враг. Пока. Я Эйвор из клана Ворона из Англии. Ты человек. И, судя по виду, норман. Зачем ты пришел сюда? Где моя стража? Ее можно не дожидаться. Как, впрочем, и твоего епископа. Энгельвина. Норман, ты помог мне, даже не ведая того. Епископ безмерно раздражал меня. Чего же ты хочешь? Твои воины нападают на деревню норманов. Нападают все чаще и чаще. Ты начал войну. Во имя чего? Во имя чего? Это моя земля, данная мне Господом. А вы — отродье сатаны. И я избавлю от вас свое королевство. Все во имя Господа. Война переменчива и опасна. Часто начинается в одной земле и завершается провалом в другой. Война есть война. Но ты об Англии. О да, вражье отродье. Я все понял. Ты просишь пощады для себя. Нет, я хочу сохранить жизнь многим, в том числе и тебе самому. Ты и правда думаешь, что сможешь убедить меня не давать отпор тем, кто пришел с войной в мои земли? Я король. Ты подлый язычник. К чему вести с тобой переговоры? Я мог уже давно оборвать твою жизнь, но не стал. Возможно, это к лучшему. Как думаешь? Сработает? Может быть. Мне кое-что нужно. Если сможешь это исполнить, я обещаю подумать о твоем предложении. Сколько условий. Достойно короля. Чего ты хочешь? Мою королеву, Рихарду. Похитили. Возврати ее мне. А сперва ее нужно найти. Лазутчики донесли, что она в руках неких особо рьяных слуг церкви. Это все, что мне известно. Пропажа жены явно не слишком тебя заботит. Короли, как правило, женятся не по любви, а из иных соображений. Ей вряд ли что-нибудь угрожает. Но я хочу, чтобы ее вернули в целости. Если я справлюсь, ты оставишь Англию в покое. В покое? Странно слышать подобное от дикаря. Ты просишь слишком многого. Исполни мое поручение. Я соглашусь вести переговоры. Я вернусь с королевой, и мы обсудим твои намерения насчет Англии. Посмотрим, слуга дьявола. На все воля Божья. А пока извини.
Лети же, Сюнин. Что это у нас тут?
не открыть, только с той стороны. Покажи, что там впереди.
Проклятье! Расправь крылья, Сюнин.
Так. Я горю! Один. Thank you.
Хм.